Встречайте уже под аплодисменты, потому что последние экземпляры блузы ассорти остались еще и три ярких оттенка. И три ярких уникальных оттенка на любой случай жизни. В руках у Ольги нежно-розовый. Если вы хотите романтики, то вы можете одеть именно этот цвет. А давай начнем с моего. Посмотрите, голубой небесный цвет, цвет морской волны. Вот смотрю на него и сразу отдыхать хочется, море себе представляю. Что ты можешь сказать про вот этот цвет такой небесный? А вот я тебе как раз хочу сказать, что этот цвет несет на себе две функции. Во-первых, да, ты действительно представляешь себе море и рисуешь себе самые радужные картинки, поднимая настроение. А во-вторых, этот цвет сосредоточен. Поэтому, если у тебя впереди день, когда тебе нужно решить много жизненных задач, то этот цвет самый подходящий для такого случая. Итак, следующий оттенок, который мы хотим предложить нашему вниманию, не менее прекрасный, чем тот цвет, который выбираю себе я. Это блуза ассорти. Напомню, это розовый, освежающий, правда, Тань? Да, следующий цвет нежно-розовый. Это цвет романтики. Пожалуйста, посмотрите. Если вы хотите, чтобы ваш день был полон романтизма, был полон любви, то тогда я очень-очень рекомендую именно его. И посмотрите, какой уникальный принт, тоже радостный, поднимающий настроение. Конечно, мозаика, мы об этом поговорим с вами более подробно. Это уникальное произведение искусства. А теперь давайте посмотрим на Танечку. Тань, ты знаешь, вот я смотрю на тебя и сразу успокаиваюсь как-то. Почему? Да, а потому что на мне сегодня одета блуза зеленого цвета. Это уникальный совершенно цвет. Где бы вы ни появились в этой замечательной блузе, вас сразу же будет окружать аура тепла и комфорта. А это очень важно как для вас, так и для людей, которые находятся рядом с вами. Дорогие наши телезрители, вот многие из вас заказывают сразу несколько, я понимаю, потому что выбрать определенный цвет очень сложно. Спешите. Это эксклюзивный дизайн специально от нашего телеканала для вас с любовью. Ну а мы продолжим. Давай рассматривать более подробно нашу блузу. И сейчас, внимание, это блуза трансформер. Таня, расскажи, да, пожалуйста, в чем секрет? Совершенно верно. Это блуза-трансформер целых три в одном. Во-первых, как вы можете увидеть, это туника. Ее очень удобно носить с леггинсами. Причем на Ольге представлен вечерний вариант. Вы можете увидеть туфли на высокой шпильке. А я в более спортивных нахожусь сейчас в балетках. Если вы хотите одеть ее, в более официальный какой-то, для более официального случая, то она может стать более короткой. Вы можете одеть ее, например, посмотрите. С юбкой-карандаш. Посмотрите, пожалуйста. Отлично. То есть мы можем укорачивать ее, Тань, да? Да, вы можете ее укорачивать, блузу. Совершенно верно, и одевать ее либо с юбкой-карандаш, либо с базовыми черными брюками. Ну, а еще это платье, это прекрасное летнее платье. Да, абсолютно верно. Посмотрите, вы можете воспользоваться этой кулиской уникальной, развязать ее и превратить нашу тунику в платье. Вот для меня это то, что нужно. Я маленького роста, 160 сантиметров. И вот посмотрите, в платье, вот представьте, что я без леггинс. Отличный вариант для лета, то, что нужно. А мне теперь хотелось бы рассказать чуть побольше о деталях, соответственно. Верхняя полочка, которая так красиво подчеркивает фигуру нашей уважаемой модели, она выполнена из вискозы. Это вискозная ткань, натуральная ткань, которая позволяет блузе дышать. А круглый ворот, посмотрите, как элегантно, как женственно удлиняет шею нашей модели. Это точно, посмотрите. А вот почему наслоение двух тканей в виде Т-образного вот такого произведения присутствует? Для чего вот это сделано дизайнерами? Оль, это сделано специально для того, чтобы подчеркнуть силуэт, потому что каждая женщина стремится к тому, чтобы быть выше, чтобы ее спинка выглядела как можно прямее, чтобы руки были длинными и красивыми, и, соответственно, чтобы ноги тоже были длинными и красивыми. А вот сейчас покажи, пожалуйста, многие телезрители еще не знают, что такое Т-образный силуэт. Расскажи нам, как он выглядит вообще. Т-образный силуэт, безусловно, выглядит в виде буквы Т. Итак, у нас, посмотрите, красивые ровные плечи, длинные красивые руки, приталенный немножечко он к низу, соответственно, и визуально, как вы видите, он
удлиняет ноги. Ну, конечно, все мы мечтаем, чтобы наши руки были длиннее, ноги длиннее, тело стройнее, и пытаемся себя как-то вытянуть при помощи уникального лекала. Вот, дорогие телезрители, эта блуза может все. Она завуалирует все наши неровности, подчеркнет только достоинства. Летнее предложение для вас. Самые теплые цены только у нас на Shop & Show. Звоните и заказывайте. А я, кстати, хочу все-таки вернуться к той ткани, из которой она сделана. Итак, верхняя полочка, она сделана из натуральной вискозной ткани. Это ткань растительного происхождения. А вот этот великолепный принт, вот эта вот шелковая ткань, которая как будто бы как струящийся водопад, ты ее ощущаешь на своей коже, это называется красивым словом масло. Она сделана специально в Арабских Эмиратах, в стране, где очень-очень жарко, и, безусловно, женщины должны чувствовать себя комфортно. И посмотрите, как она красиво, видите? Она как она подрагивает. Красиво струится. Так вообще, да. Что она дрожит тем, что она надета, да, на наше тело. Конечно, но самое главное, что я уверена, и наша модель это подтвердит, что она чувствует прохладу, несмотря на яркие софиты нашей студии. В этой вещи безумно комфортно. Вот как будто ты находишься на берегу моря. Ну а мы продолжим. Скажи, пожалуйста, как ухаживать за такой красотой? Краски не поблекнут при стирке? Ты знаешь, за этой красотой ухаживать крайне легко. Во-первых, эта ткань не мнущаяся, поэтому если ты с утра проснулась, и ну, по какой-то причине твое настроение такое же радужное, как эта потрясающая туника, и ты захотела ее одеть, пожалуйста, даже если ты с вечера бросила ее на стул в таком вот скомканном виде, ты берешь ее, одеваешь на себя, и она выглядит на тебе так, как будто бы она всю ночь провисела в вешалке, на вешалке ожидая, когда ты ее оттуда возьмешь. Стирается она в стиральной машинке. Да. Ее можно стирать ручная стирка, соответственно. И она не потеряет ни цвет, ни вид, потому что очень-очень и продуманно сделана. Да, вы посмотрите, ну это просто фантастика. Тянется, охлаждает, не мнется, гладить не нужно. Стирать сколько угодно раз, цвета не поблекнут. Эта блуза представлена у нас сразу в трех цветах. Посмотрите, какие яркие, летние, я бы даже сказала, краски. Итак, это зеленый, который успокаивает. Посмотрите, приглядитесь. Это розовый цвет, который освежает. И это роскошный синий цвет, который напоминает лично мне об отпуске. Так хочется сразу на море, такой морской цвет. Тань, я знаю, что ты великая модница и знаешь, что с чем сочетать. Скажи, пожалуйста, посоветуй, с чем нам носить нашу блузу ассорти? Ты знаешь, я, конечно же, тебе сейчас скажу, с чем эту великолепную блузу носить, но перед этим мне хочется отметить, что она настолько легкая. Вот в моем шкафу, например, их целых три. Каждого цвета. Да, я действительно модница, я люблю одеваться. И она очень легкая. Я утром, выходя из дома, могу положить ее в свою сумочку. И если у меня поменяется настроение или вечером у меня поменяется компания, я легко и быстро за 30 секунд скинула с себя зеленую, одела розовую. У меня появилось абсолютно другое вечернее настроение. И носить ее можно абсолютно практически с любым низом. Это могут быть как леггинсы, как вы уже видите, в ситуации, когда вы, может быть, хотите поехать на дачу или просто прогулка в парке, или хотите погулять по городу. Можно носить со строгими черными брюками в случае, если вы идете на работу или у вас какая-то впереди официальная встреча. Если ее немножечко приподнять, она превратится в блузу, и ее можно носить с юбкой-карандаш, такой любимой всеми голливудскими звездами. И так, кстати, можно зафиксировать, да, вот при помощи специальной кулиски. Обратите внимание, дорогие телезрители, сейчас вам Оля покажет, как это делать. Смотрите, если вы развяжете узелочек и чуть-чуть распустите ее к низу, вот таким вот образом, то это будет уже не блуза и не топ, это будет уже великолепное платье. Ну, у нашей Любы рост высокий, она дам высокая, 174 сантиметра. Кстати, размер одежды у нее 52-й, и поэтому такой прям мини-мини платьице получается. Но если вы маленького роста, 160 с небольшим, например, это определенный вот еще и платье. Вот как я, например, посмотри, у меня рост 165, я развязываю на себе кулисочку, видишь? И практически
превращается... Можно без леггинс наша... носить, правда? Да, замечательная туника отличная. Превращается в платье. Мне, например, было бы в ней очень комфортно, даже если бы я осталась бы без леггинсов, просто в балетках. Вы только посмотрите, какое буйство красок, какая фантазийная мозаика. И вы слышали, что нам говорила Таня? У нее уже 3 блузы есть в ее гардеробе, и они у нее самые любимые. И вы закажите сразу 3 разных цветов.